Всем привет! И сегодня будет офигенное видео. Сегодня будет мега распаковка классных Mystery Box. У нас есть две такие коробочки, мы на самом деле не знаем, что там внутри. Тут даже нигде нету опознавательных знаков вообще, что это за бокс. Но этих боксов есть очень много. Есть Beauty Box, есть Gadget Box, есть Sweet Box, есть Mix Box. Что там еще? По-моему, там еще есть Woman, Man Box. Да, в общем, ссылочка будет в описании. Обязательно давайте смотрите. Сейчас мы будем смотреть, что есть в наших боксах. Давай начнем с этого. С этого? Да, по очереди. Давай. Давай. Сначала сначала покажем. Покажем подписчикам. Да. И мы не смотрим. Мы не смотрим. Вот, раз, два. Тык-тык. Все, закрываем. А теперь давайте посмотрим, что же у нас там есть интересного в этих боксах. Так, кто первый достает? Давай я. Давай. О, мне какая-то палочка попалась, я хочу ее достать. Это ручка со сквишем. Посмотрите, это сквиш. Я давно не имела сквиш. Да, посмотрите. И ручка. Прикольная. Такая классненькая ручечка, посмотрите, какая классная. Вообще, я хочу проверить, обалдеть. Какого она цвета. А вот здесь можно написать. На синего цвета. Синего цвета. Круто. В пятом классе тебе можно будет писать уже такими ручками. Так что будет классно. Она, кстати, удобная. Из-за того, что сквиши, да, не пластик, а такой легенький, то есть ей достаточно удобно писать. Теперь моя очередь доставать. Что там у нас есть? О, я что-то вот это достану. Вау! А у меня слайм. У меня слайм с пенопластом. С пенопластовыми шариками. Дай понюхай. Он ничем не пахнет. Ничем не пахнет, но он такой холодненький, такой прикольненький. Мы, кстати, смотрите, положили в холодильник боксы, потому что подумали, может, там микс-бокс. Как я вижу, это микс-бокс, да? Ну, наверное, да. Смотрите, какой прикольный. Поэтому там могут быть шоколадки. О! Ой. Он из-за того, что холодный, он пока что не тянется. Ну, в общем, слайм прикольный. Будет чем нам заняться. Кстати, мы на море, открываем все эти боксы. Поэтому да. Это Mystery Box морские. Так, где? Так, вот такой слайм тоже. Ой, обалденный, прикольный. Мама! Обалдеть, смотрите, какая прикольная чашечка. Я сейчас хочу ее достать. Ребят, посмотрите, она очень красивая. Кстати, в этой чашечке, она, по-моему, керамическая, да? Она, да, керамическая чашка. Очень классная. Такая. Да, ее можно греть в микроволновке, можно сюда горячее такая заливать, крышечка. Крышечка, и можно с собой брать на улицу и пить в ней кофе. Точно, я знаю, что я буду делать. Я буду делать себе кофе и выходить с собаками, брать с собой эту чашку и пить по утрам. Когда вернусь домой. Или сейчас можно туда положить какую-то колу холодненькую со льдом. Можно и так сделать. Так, теперь моя очередь. Я заложу в коробочку, что я там достаю. Kinder Bueno. Ну, это все знают, что такая за вещь. Kinder Bueno. Я не знаю, такую штучку никогда не пробовала. Да, ну ладно. Кстати, это Kinder Bueno белый шоколад. Я пробовала только черный шоколад, а это белый шоколад. Хочешь попробовать? Давай, конечно, попробуем. Почему бы и нет? Смотри. Кстати, боксы дошли очень-очень быстро. Боксики. Ой, боксики, господи, снова Буэна. Шоколадка. Пробуй. Ну как? Я шоколад не очень, поэтому я пробовать не буду. Очень вкусно. Вкусно. Еще твоя очередь. Что у нас следующее в коробочке? О, это Бум Чоко. Это шоколадные орешки. С чем они? С изюмом в молочном шоколаде. Шоколаде. В молочном шоколаде. А ты изюм в молочном шоколаде? Да, так. Я теперь достаю. Здесь у нас Кит-Кат. Тоже очень вкусный шоколад. Кит-Кат Кранчи. С вафельками. Я. Что-то у нас очень много сладостей уже намечается. Ух ты, а что это такое?
Это расчесочка. Вот такая милая расчесочка. Как хорошо, что Кире попалась расчесочка. Вы же знаете, да, что Кира очень сильно любит расчесывать волосы. И зеркало. Теперь она как раз на море будет брать расческу. Ну, дай попробую свои волосы расчесать. А ну. О, мои расчесывают. Кирина не знаю. А ну, проверь. Расчесывают. Так, я... Ой. О! Я сегодня буду спать по этой повязке, потому что достала ее я. Да-да. Открываем. Unicorn Halloween. Ребята, посмотрите, какая милая повязочка. Круто? Да. Только из-за того, что ты на укладке, ты так ее надела. И да, это уже такое. Вот такая милая повязка, классная. Так, я достаю. Что это? Это такие штучки. Я не знаю. Посмотрите, ребят, что тут. Какое-то пианино. Это а, это чехольчик для... Я думаю, что это чехольчик, знаете, для чего можно использовать? Для наушников. Например, сюда можно ложить AirPods, Кир, твои. Да. Дай посмотрю. Очень милый, как пианино выглядит. Нет, как синтезатор. Такой прикольненький чехольчик для наушников. Ну, я думаю, что для наушников, да. Не, можно сюда ложить, кстати, мелочь какую-то, но думаю все-таки, что... Для наушников будет намного прикольнее. Что еще у нас там есть? Давай. А, я достаю. Точно. О. Это... Это брошка. Знаете что? Это у нас... Брошка, да? Да. Значок. Такая миленькая радуга с дождиком. Класс. Так, если там еще что-то есть? Есть. Нет. Еще. Тут много всего. На самом деле, бокс такой классный. Тут много всего такого интересного. Здесь интересно, стоять. Что будет во втором. Это Твикс топ. Малюсенький Твикс. Я таких Твиксов малюсеньких еще не видела. Посмотрите, какой крошечный. Он меньше руки. Твикс, Твикс, Твикс. Сладкая парочка Твикс. Знаешь, когда тут такая реклама была? Твикс, Твикс. Так. Еще что-то есть. Чупа-чупс. Какой большой, с каким вкусом? Это у нас клубника и, киви. И киви. Круто. Еще здесь внутри жвачка. Огромный чупа-чупс. Так. Что еще? Это наклейки. Причем летние, очень крутые наклейки. Я обожаю наклейки, как вы знаете. Это вообще супер. Ух ты, кактусики, фламинго, саммер, ананас, мороженка, все-все-все. Мам, давай, когда мы будем открывать вот этот бокс. Тут еще что-то есть. Когда мы будем открывать вот этот бокс, то мы откроем его по-другому, чтобы подписчики не видели, что там. Наклейки. Прикольные тоже. Еще они голографические, да, наклейки, очень красивые. Очень красивые. Там вроде больше ничего нету. Еще что-то есть. Еще что-то да. есть. О, Кире будет где рисовать. Ой. И еще что-то есть. И еще татушка. Татушка-единорог. Очень красивая. Я очень хотела себе такой дневник личный. Но я уже практически покажи. Не пишу в личном дневнике свои секреты. У меня там иногда я записываю что-то, что мне нужно, а так нет. Кстати, мне этот... Книжка подойдет, потому что я же свою книгу для стихов не взяла. Угу. Я буду здесь писать стихи с моря. Да. Морская книжка у меня будет. Море. И пишу стихи. Кстати, ты показала это себя? Да. Единорог. Все. Больше внутри. А, есть еще. Посмотрите, здесь куча разных прикольчиков. И вот такой поп-сокет единорог. Слушай, ну тут так много единорогов, возможно, это бокс и есть Unicorn Box. Или Mix Unicorn. Но очень все прикольно и да. Попсокет классный. Попсокет я себе заберу. Да не, я шучу, я не буду забирать. Так, давайте теперь я вам покажу поближе, что было во всей этой коробочке. Вот что было у нас в боксе Mystery Box. Мы не знаем, к сожалению, как это называется, но мы предполагаем, что это все-таки Unicorn Box, да, Кириш? Здесь было очень много всего интересного, очень все классно.
И на самом деле очень все полезное. Все просто, все, реально все тут круто. Тебе что больше понравилось? Мне больше понравилась чашка. 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 Чашка, да, чашка прикольная. Ну что, открываем следующий? Да. Открываем следующий бокс. Теперь первый будем смотреть, что там мы. Давай. Вау! Круто! Тут вообще все такое прикольное. Ну что, показываем теперь подписчикам. Раз, два, три. И достаем. И достаем. Это очень прикольная маска, розовенькая. Повязка. О май гад. Повязка. Повязка. Повязка, маска, повязка. Она такая же розовенькая, прикольненькая, как и моя. Боже, а знаете, чем она пахнет? Она пахнет какой-то розой. Бабблгам. И... Да, бабблгам. Жвачкой бабблгам. Просто вся пахнет бабблгам. Наверное, там что-то есть из бабблгама. У тебя такая повязка есть, теперь это будет моя? Нет, у меня повязка, она с единорожкой. Я тебе с единорожкой отдам. Хорошо, договорились. Теперь я достаю следующее. Что тут у нас есть? Ой, маленький сникерс. Все, я буду сидеть в ней. Твоя очередь. Так. Бомбочка для ванны розового цвета. О, сегодня Киру отправлю в ванну розового цвета. Что здесь еще интересное есть? О, смотрите, это знаете, что это для телефона селфи-свет. Давай проверим, работает ли он. Я думаю, работает. Потому что мы как-то покупали боксы и... Там половина вещей не работала. А, наверное, да. О, работает селфи-свет. А где твой телефон? А, мой телефон тут. Давай сейчас заселфимся. Круто. Твоя очередь. Сейчас надо выключить. Я думаю... Кстати, здесь еще есть USB-кабель для того, чтобы заряжать этот селфи-свет. Потому что это очень круто, и чтобы без батареек зарядил, готово. У и меня достаточно долго, ну, я знаю, что достаточно долго зарядка держится. Да. У меня такая селфи-светильник. Селфи-свет. Селфи-свет. У меня такой есть, поэтому, может, я подарю кому-то из своих подружек. Тоже правильно. Твоя очередь. Еще одна бомбочка для ванны, только уже зеленого цвета. Теперь, значит, я пойду в ванну зеленого цвета. А я тут нашла еще один сникерс. Так. И я нашла блеск для губ. Вот такой. Покажи. Блеск для губ. Нет, My Face для лица, что ли? А, нет, бальзам для губ. Вот что пахнет. Вот он пахнет очень вкусно. Понюхай. Да. Хотя он закрыт, я не знаю, как он может пахнуть. Но вот он очень вкусно пахнет. Он должен быть с малинкой, да? Вот да, малинка. Я думаю, открывать мы его не будем. Следующее. Нет, я тоже думаю, не будем. Что это такое? Ух ты! Вау. Бутылка для воды. Знаете, что прикольно в этой бутылке? Я люблю бутылки не пластиковые, а бутылки люблю стеклянные. Тут для трубочки. Тут еще для трубочки. То есть вообще классно. Сюда наливаешь коктейль. Или, Кира, сюда наливаешь смузи. Да. Вставляете трубочку и пьете. И она стеклянная. В ней дольше хранится и тепло, и холод. И она с такими классными пальмочками. Такие крутые розовенькие. Что еще? А, моя очередь. Моя очередь. Что-то я нашла. Это мыло. Мыло-бананчик. Смотрите, какое классное. Бананом, правда, не пахнет, но очень мило. Сладкий банан. Мыло туалетное. Классное мыло. Прикольно. Так. Что это? Может, это вот это пахло? Не знаю. Это что-то непонятное. Видите? А ну да, я посмотрю. Что это? Это у нас...
Не знаю даже. Давай откроем, посмотрим. Да я открою. Это, наверное, духи, Кирюшка. Да, это духи, мам. Только они такие прям. Вот, это вот это пахло. Знаете, они очень приятно пахнут. У них запах такой сладенький, конфетки. Реально конфетки. Очень крутой запах. Очень крутой запах. Вот такие вот милые духи. Я им обязательно буду. Слушай, это, наверное, похоже на Beauty Box. Да. Потому что вот тут все такое интересное. Так, моя очередь. А, нет, твоя. Я достала духи. Я тогда достаю шоколадку. Еще одна шоколадка. Чокошок. А я достала вот такого милого единорожку брелок. Я думаю, я это тоже подарю какой-то своей подружке, потому что... У тебя куча брелков? У меня очень много брелков. Классный брелочек, единорожка, прикольный. Или и он еще меняет цвет. И да. Знаете, что в нем классно? Он легкий. То есть действительно он вообще легкий, легкий, легкий. Я, наверное, его себе заберу. Мне нравится. Так, доставай. О, я достану вот так вот, смотри. Два сникерса еще маленьких. Вот это я обожаю. Сникерс – это моя любимая шоколадка. Так. Это крем для рук вот, с бананчиком. А можно я понюхаю? А ну? Закрыт. А, он закрыт. Закрыт. Крем для рук глубоко живыльный. Банан и глицерин. Держи. Ну, я чувствую, он пахнет каким-то бананом. Я пахну сейчас духами. Настолько яркий аромат и такой вот просто вот сладенький-сладенький. Так, что тут еще есть? Куча наклеек. С надписями, да? Да, куча наклеек с надписями. Прикольно. Классно. Это косметичка. Да, наверное, все-таки это Beauty Box. Здесь прикольная косметичка с ушками. Смотри, какие ушки. Да, прикольно. Прикольно, ребят. Смотрите, какая милая косметичка. Супер. А кто тут? Ананасики тоже? А, нет, не ананасы, тут кактусы. Кактусы. И еще у нас здесь есть две штучки. Это трубочка. А что для... Наши вот этой вот штучки. И спонжики. И спонжики. Классные два спонжика. Оранжевый и розовый. Я думаю, будешь пользоваться ими ты. Да, обязательно. Вот такие спонжики. Я как раз, кстати, с собой поехала. А, нет, я спонжик взяла. Я не взяла спонжик для этого пудры. Буду использовать его. Я сейчас посмотрю, какие они. Все, больше ничего нет. Ой, очень прикольный. Классный. Вот такие вот, ребята, у нас были боксы. Если вам нравится, ставьте лайкусик. Что у нас тут? А, тут нету ничего. А, здесь бокс. Ставьте лайк, пишите комментарии, какой бокс вам понравился больше. Да, переходите по ссылочке в описании. Вы знаете, из всех боксов, наверное, которые мы открывали с Кирой... Самое прикольное, мне кажется, эти. Самое прикольное – это боксы Mystery Box. Вот на самом деле мы открывали достаточно много боксов, и здесь... Все прикольное. И все действительно классно. И куча сладостей, и куча полезных вещей. И нету ни одной вещи, которая не была бы бесполезной. Поэтому лайк. Лайк, подписка, колокольчик. И всем пока-пока. Пока-пока.